Посадите меня на грядку, назовите меня арбузом, буду я непременно сладким. Дорогие ребята, родители и уважаемые гости! Сегодня мы хотим начать этот замечательный праздник – арбузник. Меня зовут Аня, и 4 года назад мы тоже были на празднике арбузник. А меня зовут Даша. На фотографии я, а это мои одноклассники. А я рада снова быть на этом чудесном празднике. Сегодня, ребята, мы будем ведущими. Арбузный мячик. Правильно. А сейчас отгадайте загадку. Одну ягоду мы ели, еле-еле одолели, ели чуть не полчаса, расстегнули пояса, да еще в отброс осталось. Что за ягода досталась? Арбуз! Правильно. Здравствуйте. Нам поступил заказ с моей службы доставки. Это улица Школьная, 13? Да. Это у вас сегодня праздник, арбузник? Да, у нас сегодня праздник. Привет, привет. Ничего не понял, но вот держит меня человек, не отпускает. Уводите, уводите, держит. Отпусти меня, прости, отпусти. Ой, еле вырвался, господи ты боже. Я-то понятно кто, а вот ты кто, служба доставки, схватил руку. Ой. Здравствуйте, честная компания, кто вы такие будете-то? Понятно, понятно. А я, братцы, не зря такой гордый. Сверху цвета я такой зеленый, твердый, но внутри я веселее чего?
Эй, Зари, вы меня не толкните ненароком, а то я упаду и брызну на всех веселых сладким соком. Вот. Не хвались, арбуз, не гордись, арбуз, может, ты еще не хорош на вкус. Скоро мы тебя вновь проведаем и попробуем и отведаем. Ну, не отведаем. А что это у тебя арбузная каска? Ты кого боишься? Давай трогать не будем, постучим по мне, давай. Хорошо? Постучим, давай попробуем. Постучи-ка по спине. Топ-топ, кто там? Еще разок, давай. На весы. Ну какой еще способ есть? На весы потрогать еще последний. Разбить его! Хвостик! Стучать! Хвостик! Разбить его! Правильно! Вот! Молодец! Разбить его, а потом остатки съесть. Давай еще родители. Есть еще варианты, как можно посмотреть арбуз проверить каким способом? А? Вырезать кусочек. Вырезать кусочек. Очень хорошо. Товарищи родители, нужно выбирать арбуз только в проверенных магазинах сети какой-нибудь Лента, Карусель или Окей. Вот там ничего плохого не повезет. Как правильно выбирать арбуз? Сначала выберите арбуз из визуальных соображений. Старайтесь подобрать плод идеальной формы, шарообразный и слегка вытянутый. Особое внимание уделяйте хвостику. Хвостик должен быть высохшим. В конце процедуры выбора стукните пару раз по бедолаге кулаком. Звук должен быть звонким. Не надо, уже пытались вон. И еще никогда не разрешайте продавцу вырезать кусочек для проверки. Это очень опасно, так как нож продавца может быть грязным. Да и в вырезанном месте за то время, пока вы несете его до дома, попадет грязь, бактерии, которые могут привести к отравлению. Какой мальчик ты хотел вырезать арбуз, а? А, вот он сидит со мной. Вот, запомни, никогда, ни в коем случае, никакими ножами. Аплодисменты. Ну что, много узнали очень интересного об арбузе. Арбузы растут на стелющихся лианах, стебель которых может достигать длины 4-5 метров. Но чтобы арбуз созрел, получился сочным и сладким, ему нужно много тепла и солнца. А вот заморский арбуз не переносит, а все потому, что арбуз родом из жаркой пустыни. Задавать самые сложные, я и пошептал, самые сложные вопросы из моей практики. Я буду раздавать вам дольки. А кто ответит неправильно, да, вот я набрал воды там, вода-то был, не было, и буду поливать из леечки водой. Так что вот, кто готов, кого полить сейчас сразу из леечки? Вот. Верите ли вы, что есть арбузы без семечек? Родители тоже могут участвовать. Верите ли вы, что существуют памятники арбузу? Молодцы. Правильно. Верите ли вы, что арбуз – это фрукт? Верите ли вы, что есть квадратные арбузы? Угу, молодцы. Кто сажает дикие арбузы в пустыне? Ветер. 1-0. Команда Р. Так, второй вопрос. Откуда родом арбуз? Давно. Тыквы. Из пустыни. Родом из пустыни, правильно? А я сразу забыл. А, какая? Это Р. Точно? Опять? Нет, У, 1-1, Р, У, 1-1. Сколько семечек в современном арбузе? 400-800. Вот, молодец. А я ждал, кто там увидит. При каком царе начали выращивать арбузы в России? Вот, здрасте, друг наш маленький.
Давай. Приотце Петре Первого. Приотце, отец мой. Отец, а как его звали? Как его звали? Александрович. Петр Алексеевич, правильно. Значит, царя звали как? Ну, да, правильно? Алексей. Как называется арбузный мед? Так, так, арбузный мед называется? Сок. Ну, арбузный мед называется? Сок арбуза. И на уровень ниже, так, арбузный мед? Хардык. Хардык? Арбузный мед называется арбузный мед. А, ну вот вообще. Арбузный мед? Нардек. В какой стране научились выращивать квадратные арбузы и зачем? Шикарные шапочки, пройтись по Невскому проспекту, то можно заработать на вступительный взнос ипотеки по квартире. Я точно уверен. Он приехал из Херсона, из Херсона. Прыгнул в кузов из вагона, зазвенел на перекрестке желтым, красным и зеленым. Машет мальчику в матроске бодрым хвостиком зеленым и со звоном в голове мчит арбузик по Москве. А любители арбузов, все включая карапузов, догоняют этот кузов, чтобы лучше из арбузов целовать и обнимать, и за хвостик поднимать. День ненастный, даже грустный, прискакал не принц карете, а прекрасный, самый вкусный из арбузиков на свете. Полосатый зеленый арбуз, очень вкусный и сладкий на вкус. В нем семечек просто не счесть, мне его в удовольствие есть. Я семечки все соберу, отнесу в огород поутру, посажу и полью их водой, и арбуз подрастет молодой. Принесу я арбузик домой, будем кушать его всей семьей. Кругло пузо арбуза, полосатые ритузы. Полосатый пиджачок, а на макушке крючок. Тетя Варя, где вы были? На базаре. Варя, тетя, что купили, что несете? Знаем, знаем, два арбуза. Я несу два чуда-юда. В каждом чуде по два пуда. Нет у них ни ног, ни рук, ни рубашек нет. Не брюк, только два огромных пуза. Знаем, знаем, два арбуза. Мой зелененький арбуз, ох и сладкий он на вкус. Большой и полосатый, внутри он красноватый. На арбузник мы вдвоем с папой наш арбуз несем. Разрежем на круги арбуз и их попробуем на вкус. Кушают арбузы, арбузы полосатые, зебры полосатые, арбузы пузатые, зебры пузатые. Хвостик у арбуза вообще-то покороче, вообще у зебры хвост длинный очень. От арбузной мякоти красный язык, от арбузных косточек глаза черней черник. Когда зебра уляжется, кажется, всем кажется, будто это... Будто это вообще арбуз огромный на бахче. Разрежу арбуз я на 12 частей, чтобы мякоть лала скорее угостить. И милых подружек, и добрых друзей, чтоб и ягодки эти должно нам хватить. Вкусная долька красная свежа, на солнце искрится, как будто в огне. И сок, вытекающий из-под ножа, нектаром божественным кажется мне. Темный блеск, солидный вид. Хлопни сбоку, зазвенит, спору нет, арбуз хорош, а теперь давайте нож. Что там прячется внутри, он не белый, посмотри, посветлели наши лица, мякоть красная искрится. Брат куски, один, другой, зерна черные дугой, заблестели подбородки, корки в блюде, словно лодки. Намели арбузный флот, никуда он не плывет. Мы старались, что есть силу, но на все нас не хватило. Не по силам, лишь кусок, да иди в другой разок. Вот как мяч в руках у мамы, полосатый, как пижама. В этот мяч играть нельзя, но купили мы не зря. Алый, сочный, гладкий, ароматный, очень сладкий. Удивительный на вкус,
замечательный арбуз. Это было в сентябре. Пожелтели во дворе ветки. Ни корабль, ни сухогруз. Плыл по улице арбуз в сетке. Долго плыл арбуз, потом, как нырнет в огромный дом белый, кто-то дверь открыл ему, кто-то щелкнул по нему спелый. Пролетела вдруг пчела, у стола толпились дети. Ой, какой арбуз большой! Может, он один на свете? Даже режет жалко. Все ж, папа взял огромный нож, ужасный. Завел нож на полпути, но арбуз не подведи. Красный! Арбуз мы выбрали умело. Внутри он красный, значит, спелый. Когда отрезали кусок, закапал сразу сладкий сок. Старший брат кричит с порога: братцы, отвлекись немного. Я сейчас вас всех обрадую. Мы купили с мамой ягоду, правда, их всего лишь две. Степа, погоди реветь. Быстро перешел на смех. Их должно хватить на всех. Словно зебры полосаты, но на цвет зеленоватый. Слаще сахара на вкус, что я вам принес? Арбуз! Знает каждый первоклассник, что сегодня в школе праздник. Этот праздник очень вкусный, ведь сегодня он арбузный. Очень сладкий наш арбуз, замечательный на вкус. Он полезен всем на свете, ешьте взрослые и дети. А косточки и корочки оставьте на тарелке. Из них сегодня новые приставим вам поделки. И мне прямо даже как-то навеяло. Это кто тебе такое стихотворение помогал выбирать? Не говори, пускай это останется тайной. Аплодисменты. Я считаю, что у тебя было самое такое философское произведение про арбузы. Ну вот, все спрашивают меня, почему у меня все время черные очки? Да потому что, друзья мои, у вас я здесь, в Петербурге, жить не могу. Музыкальному руководителю. Осторожно, ступенечка сзади. Молодцы.
Только когда музыка пойдет. Пошла уже! Давайте, давайте, давайте! Давайте, давайте! Поддержим аплодисментами. Даже толстый бит. Да? Смотрю, смотрю, остальные. Сейчас. Еще до конца, молодец. Вы что, по второму кругу, что ли? Собираем. Помогайте, собираем, собираем, собираем. Собираем. И надо встать там, где стояли. Там же, где стояли. Давайте, 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 давайте. Даже толстый бегемот, неуклюжий бегемот, а куда не остается. Считая до 10, выстраиваемся, выстраиваемся там, где команды. Кто команда первая встанет, та и победила. Раз. Встаем. Два. Три. Команда А. Команда Р. Четыре. Пять. Осталось 5 секунд, чтобы ровненько встать. 5 секунд, 5 секунд. 6. 7. 8. 2 секунды на то, чтобы встать. 9. Все. Стоп, стоп. Время кончилось. 10. Все. Замерли. Замерли на месте. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Итак, посмотрим урожай команды А. Давайте. Одни зеленые. Хороший урожай. Замечательно. Аплодисменты. Буква Р. Посмотрим. Одинаково практически с командой буква А. Аплодисменты! Так, вот это что у нас? Это у нас просто все. Команда буковки Б. Давай, выйди, покажись. Покажись родителям. Во! Еле-еле все свое. Обратите внимание, я не просил их, но они вот в красное ведро собрали красные, а в зеленое собрали зеленые. Наверное, наши времена меняются. Команда У держит вот ведро, но команда У уже меня радует тем, что она уже и свои брала шарики, и чужие, но держит много аплодисменты. Команда З также собрала зеленые шарики. Вот, чтобы вам не обидно было, на тебе еще зеленый шарик вот сюда вот. Вот, команда З и зарабатывает аплодисменты, шквал аплодисментов. 9 килограммов. Так, подождите. Что было на цифрах? Почему у меня на цифрах была? Ну вот, ладно, сейчас посмотрим. 9 килограмм, хорошо. Кто будет ближе? Так, давайте, ваш вариант. 10, хорошо. 10. Запоминайте только. 9, 10. Так, подожди, тяжелый арбуз. 8. 9, 8, хорошо. Так. 9,5. Блестяще. Наконец-то, да, действительно, потому что я сказал, что есть погрешность. 8,5 и 10,5. Аплодисменты. Значит, великий бизнесмен показал нам 21 килограмм 600 грамм. Мы должны выяснить сейчас. Вот, 22 килограмма, аплодисменты! Аплодисменты! Как мне? Я вот так.
микробус. И юда взрослый.